Я все вот это хаваю, у меня выбора нет. Представляешь? Скидка 10% на покупку Вазола с вкусом спида бомжа. Хорошо, Сереж, давай. Чел. Все, успокойся. Успокойся, еще раз спрашивай. Сейчас уйду. Я сказал. Да нахуй ты мне нужен, без ломов? Зябло, подпишитесь на меня, я Гена Жмышенко, его брат ВК Чумик 53204-3326. Так, все. Я сказал вам, да? Все. Я вам сказал. Еще раз и все. Поплакал? Под каблучек залез. Можно повторить, я не слышу. Без потоков, как будешь за ламуду платить? Только что все слышали. Алиночка пришла и под каблучок загнала чучело. Кто пришел, никто не был. С позором. То, что кто пришло, то и ушло. Все, что приходит, то и уходит. Понял? Я тебе сказал. Не тот ушел, кто пришел, а тот, кто ушел, потом пришел, тот пришел. Вот тебе и все. Если бы у вас была такая жена и два спиногрыза, я бы посмотрел, как бы вы крутились и воровали из-под каблучка. Сейчас все заснут, он и пиво откроет. Войдите в положение. У кого два пиздюка? У меня? То есть у меня два пиздюка. Ну, я имею двоих детей. Ну, то есть у меня в смысле есть они, не имею. Ну, в смысле, в прямом смысле то, что у меня нет их. У меня нет детей. У меня енот только сын мой. Абликос. Вообще нету дел. Меня девочки не смотрят, потому что комплексуют из-за того, что я слишком красивый. Женские признаки начали вырываться наружу. Сходи лучше в ламоду или расскажи про тоннели. У тебя это лучше получается. Цок-цок-цок-цок. Рассказывать про туннели лишь тем, кто способен понять. А то, что тебе скажешь, что тебе в одно ухо влетит, другое вылетит. Ты женщина. Неужели готовить нормально пьюлей? Фу, блядь. Собака, не то получится. Пенчи занят, он сейчас ролинкой занят. Да, да, я. Кто?